Привет. Всем приветики. Я тут решила скачать заново себе перископчик. Да я уже вернулась. Да я ничего, я просто Соню в школу проводила, вот и довольна. Я удаляла просто перископ. Он меня бесил почему-то. Вот, привет, привет. Как у вас дела? Ну, пока не бесит, да, я в Сочи. У нас тут солнце и снег. У меня кроме вас никто не смотрит. Я ведь, наверное, тут отстала совсем. Сочи. Ничего, каникулы начались, я уехала. Вот так. У нас тут минус 4 было, по-моему. Ужас, в общем. Ой, кошмар. Да, у нас есть каникулы. Аж 2 недели. Да я тут сама могу на санках покататься. Тем более у меня тут даже горы есть. Рассказывайте, что у вас нового? Я вчера видела такого огромного снеговика, что просто я не знаю, он, наверное, на головы 2-3 точно выше меня. Вот. Блин, ну смотрите, всего 2 человека, все ушли. И замолчали. Да я думаю, пока вы доедете, у меня уже все растает. Я не сплю. Да море холодное. Хотя люди купаются. На Крещение вон точно купались. Знаю я таких. Блин, по-моему, в перископе ничего не изменилось. Тут так же скучно, как и было. Конечно, может, это все из-за меня. Просто меня люди не хотят смотреть. Потому что я не такая интересная. Вот. Ну, ничего. Почему вы мне ничего не рассказываете? Меня здесь давно не было, и вы молчите. Я тут переехала, на самом деле. Вот. Хорошо, я буду рассказывать. У меня бабуля переехала в Адлер. И теперь я живу с ней в Адлере. И район, в котором я живу, называется Чайсовхоз, оказывается. Вот, я засекала отсюда 12 минут, короче, от дома, прямо до вокзала. Вот, и все. Я тут почти не гуляю, потому что я здесь никого не знаю. А все мои друзья остались в Сочи. И как-то не очень удобно мне с ними гулять. По-моему, мне скоро не останется друзей в Сочи. Они ко мне ездить не хотят. Вот так. Кому не интересно. Да, я с бабушкой. Бабушка, правда, сейчас на работе. Бабушка не гуляет со мной. Потому что она устает на работе. Не хочет больше со мной никуда ходить. А с сестрой я не могу гулять. Она тоже сейчас у бабушки живет.
Мы втроем живем. Потому что у нее школа. Но учится во вторую смену, то есть нам гулять только либо рано утром, либо поздно вечером. Точно прошла. Это на самом деле очень обидно. Вот люди заходят, заходят и выходят. Вот снова заходят и снова выходят. Они просто видят, что я уже не молодая, и им не интересно на меня смотреть, поэтому они выходят. Вот я теперь мысль потеряла, я не знаю, что мне говорить. Ладно. Привет, спасибо. Я буду, пожалуй, заканчивать трансляцию, потому что... Вот, буду заканчивать трансляцию, потому что неинтересно как-то здесь больше снова. Может быть, опять удалю перископ. Все. Всем пока.